Где он? Почему на нас все падает? Что это вообще за... Это синие штуки. Как будто вода льется, реально. Это апокалипсис. Мы на апокалипсисе. Все падает на нас, на наши головы. А, бедные теперь мы зэги. Упали. Теперь мы упали даже. Окей. Там зэги в небе зависли. Так, так. О, oh, do you need to translate what the game says? No, or you don't need it? Need it. I don't know what he's saying, but it's fine. Знаешь, он говорит, я не знаю, что он говорит, но это смешно. Мы начинаем смотреть эти крутяцкие постройки. Этого крутяцкого строителя. А точнее, Джен Хэ Хоп. Джен Хэ Хоп. Это, кажется, вход в парк юрского периода, что ли? Машинки. С подвеской. О, смотри, тут динозавр. Такой проработанный. Ладно, давай смотреть грузовик. А с подвеской, походу. Мне этот, тебе он тот. Я у него спросил, надо ли переводить, он сказал, что ему не надо. Понятно. Смотри, тут везде динозавры. Вот, динозавр нарисован. Индоминус, или кто это. А с другой стороны, моя рука нарисована. А, это моя рука влезет. Тут все раскрашено, красиво детализировано. Везде углы, наклоны, приятные цвета. Ну, короче, ладно, поехали. У него подвеска. Не будем. Смотри, а тут реально смотри, подвеска. Колеса. Опа, опа, тут машина. О, подожди, он просит подождать. Окей, я, it's now fixed. Сейчас он что-то чинит. Ладно, мы пока покатаемся. Что с колесами? Что с колесами? Где? Ой, что-то не так. Довольно простенькая подвеска, но прикольная. Ну, тут все прикольное. Так, сейчас я попробую ввязаться. А, он там что-то делает с дверью. Чтобы мы не разбивали ее. Нет, смотри, я могу... Опа, если разогнаться, то можно... Ой, улететь. О, он открывает, смотри, открывает. А, он сам типа вручную открывает. Ладно. Так, сейчас я сделаю трамплинчик, чтобы мы эпично залетели. А, oh, I'm stuck. Ой. Oh, where? Ты, он сказал, он застрял. Я уже понял. That's a cool suspension. Думаю, такого угла нам хватит. Ок, поехали. Я не знаю, как мы там будем заезжать, ну ладно. Опа! Ой, так. Куда это там колесо уехало? Пытка номер два. Я хочу эпично прям в дверь залететь. О, поехали, тормозит. Ну, не до двери, но все же в дверь. Ну ладно. Гоу, да. А, ну куда эта дверь? Ну ладно. Дверь целая никуда. А ее можно закрыть? Ну, это. Close this door. А, that's cool. Так, садись за кресло водителем. Сейчас ты поедешь к крокодилам или динозаврам. Давайте, поехали к динозаврам. Поехали. Садись там. Стой, меня, подожди там. Сейчас еду к себе. Внутри летит прикольно. Это что вы такое, как будто мотор? Меня влепёшь. Это реалистичная машина. Поехали. А, окей. Мы с ним улетели, на друг друге прыгали. Ну ладно, поехали к динозаврам. Let's... А тут можно было и так же проезжать. Ну ладно. Значит, если бы я все-таки тогда бы врезался, нам бы больно не было. Oh, if you hit one rock, the car will break. Он сказал такие слова, которые лучше бы мы бы... Нет, он сказал один камень, и машина сломается, и это правда. Нет. О, я какой-то попрыгунчик теперь, а не машина. У меня тоже машина... Не, у меня машина не сломалась. Я реально какой-то попрыгунчик уже. Она едет. What happened to my car? Пум-пум-пум. Это не машина, а попрыгунчик. Я на спаун еду. Мы до динозавров даже не доехали. Оно уже развалилось. А я думаю, я ресетнусь. Ну, хотя ладно. А я выжил. Я выбираюсь из этого страшного. Я без одного колеса, но я выжил. У меня вообще колес нету. А нет, у меня есть два колеса. Реально машина прыгает. Колеса сами ко мне прилетают. Вы где? Мы, это, территории болота. Ой. У меня машина прыгает. У меня, у нас уже все, это уже лодка, а не машина. Ок, ресет, на этом уже не доехать. Слушай, а может спросим у него технологию подвески? Интересная тема. Ладно. Ты живой? Что у меня? Да, я живой. Что там, вообще машина? Вообще машина. Пум. А, она там без коллизии, это вся красно. Ой, ну я красиво. Как-то выжил. Почему он так прыгает? А что это за провод? Watch is it. Это антенна вроде. На земле, да? А, на земле, это не провод. What is this wire thing? That's for the radar. Это вроде как линия для какого там. Ну, типа таких поездов только. Ну, линейных. Поездов, короче. А что, поезда оттуда выезжают?
Еще нет, но это просто. Он достроил. Пример. Поезда. Мне вот интересно, как у него подвеска работает. Я в жизни такую подвеску не видел. Подвеска. Да, Games ask you, how this suspension works. Ну, вообще ты хотел, но не я, ну ладно. Oh, you want to know how this car is working? Yeah, I am. Oh, okay. I'm loaded again and showed you. Он скажет, он сейчас перезагрузит и покажет. О, водка теперь. Ладно. А тут только одна машина. Ты даже так с моментальной загрузкой так долго загружать. Надо фоткать. Фотка самой лучшей подвески мира со всех сторон. That's interesting. Он говорит то, что ему сейчас через, ну, пару минут где-то уходить, через несколько минут. Но через несколько дней он, в принципе, сможет разобраться в подвеске и показать, как ее делать. А, окей. Но если что, я сфоткал все механизмы. А у него спроси, если я сам построю, то он не будет против. The guy, the all games ask you if we will, if he will build the suspension badge. Which out you, but which mention that you make this suspension? Can we make it? You can make it if you want, but I don't know how. Or you can look just how I did it. You can try. Yeah, он говорит то, что мы можем, но ну то есть надо глядеться и посмотреть, как она работает. Ну если такого все равно делать, ну очень прям. Не, простенько, ну как но... сказать? Придумать ее было сложно, но она простенькая. Да. Что, ты сейчас скриншотишь, что ли, сейчас? Не-не-не, я уже все сфоткал. Со всех сторон, да? Да. От каждого градуса. Я могу кидать. Скидывать не надо. У меня видеозапись есть, и я уже запомнил. У меня на... А мы будем еще построить посмотреть? Is there any other buildings? Wait. I can load something else. Он говорит, он сейчас загрузит что-то еще. Окей, дуд. Окей, мы будем ждать. Разлагается опять. Пингвин. Так, смотрим. Домик пингвинов. Город пингвинов. О, горы. Ну, давай посмотрим. Ты где, Риска? Риска, ты куда дел? Ну, тогда я без тебя начну. Ну, тут есть пингвинчики, которые поочередно выходят из своего дома, который состоит из снега. Тут есть, стоит, осель и олень. Ну, тут есть олень, который ходит куда-то. К пингвинам, наверное. Тут есть еще один олень. Тут есть еще летающий олень. Их очень много здесь. Еще один домик. Но только вот теперь они уже в него заходят. Тут есть... Что это такое? А, это... Та... Как это называется? Галактическая. Это та лодка, на которой мы катались. Только она уже сломалась. Там дым идет инструмента. Дальше. Зайдем в домик. О, тут пингвин. Ну, тут и двери. О, это он, наверное, настроен на Новый год. Вот и есть он, картинка его. Пингвинчик. А это еще кто такой? Есть елка. Мне кажется, это подарки. Много подарков. А что, похоже на подарки, которые мы тебе... Самая крутая штука в этой игре. Тульчик, очки, завод игрушек. О, кибор, да, бедные. А, нет, их тут делают. Они едут в коробку. Тут есть еще олени, есть еще такие сани. Летать нельзя? Ладно. О, это отсылка на другую твою постройку. Тоже красиво было. Тут есть еще носочки, конфеты. Такой тут дом. Там еще что-то есть наверху. Выходим. Идем наверх. Ого, это что такое? Я не могу зайти. Нет. Даже до сюда олени добрались. Ого, а это что? Тут есть большие часы, которые не работают. Зачем они тут стоят? Вот есть кирпичный столбик, у которого идет цементовый дым. Нормально. Тут есть горы, правда, не нарисованные. А что это за страна? Я такую не знаю. Оп, кто это? Риска. Тебе там хорошо? Где? А что он там делает? Ладно. А watch is a flag. It's from the North Pole. Такого флага нигде не видел, круто. Даже над домом олени летают. Ну, а у них есть что-нибудь дома? Покушать. О, если я им дам что-нибудь. Думаю, этой еды хватит этому пингвину на один день. Ок, ну тут и тонкий снег, конечно. А, мне показал. О, ок. Нет снега. Эй, ау, Риска, просыпайся. Где ты? А, тортик. Him AFK. Don't sleep. Садись. Алло. Я уже тебя в космос хотел запустить. Блин, куда ты? Садись. Так, I'm back. Ты там под снегом валялся. Мы тебя оттуда вытащили, хотели в космос запустить, но не удалось. Вернулся. А мы уже тут все посмотрели. Точнее, я тут без тебя. Тут какой-то челик. Сюда идем. Что это за импостер? Ладно. Давай кушать картину. Let's eat. It's
picture. Ты опять ушел? You sleep? No, please. Ты опять спишь, Риска? Эй, да, он спит, Риска. Ой. Watch chat. Yeah. Ого, как ты себя таким сделал? О, нет, 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 не успел, секунды не хватило. Откройте, пожалуйста. Open. О, пошли наверх. Так, тут лестница, корабль, домик. I'm going to its house. А, ладно, в домике заходить значит нельзя. Ладно, идем на корабль. И на корабле can we... О, что это? Тут очень много чего есть. Да, ладно. Там что-то я впереди видел красивое. Хотел посмотреть. Это типа it's Minecraft. Тут изображена птичка, человечек, похож на Стива из Minecraft. И рука, думаю, типа впереди такое. Тут тоже круглое. Тут тоже все круглое. Очень красивый корабль. Черный. О, вниз. Пойти. А внизу много динамита. Ладно, не будем взрывать. Еще дверь есть. О, можно зайти внутрь. Тут есть таймер. Стульчик. Ок, гоу. Ну, поплыли. А, воду включили. А, бедный Риска. Риска, нет. Мы забыли его на борт поднять. Ка, Риска. А, watch it, ship. This is the Black Pearl. А, Black Pearl? Черная жемчужина. It's from Pirates of the Caribbean. It's a game? No, it's a movie. А, ок, что такое корабль? We so slow, can we fast? Он очень круглый, тут много чего. О, пушка круглая. Go, I jump с этого корабля. Поднимемся сюда. А, нет, я упал как-то, я на корабле. Ок, I'm reset. Oh, I have to go. Good I have to go. А, ок, стоп, сюда идем. Thank you for builds. Ок, goodbye. No problem, bye.